Больше 100 рабочих мест, желающих трудоустроиться, ждут сегодня на общегородской ярмарке вакансий в Гомеле. С предложениями выступят крупнейшие предприятия города, в том числе «Гомельдрев» и «Электроаппаратура». В списке в основном инженерно-технические и рабочие специальности. Так требуются продавцы, водители, вальщики леса, слесари, сантехники. Переобучение можно пройти прямо на рабочих местах. Не нужно ходить по городу, не нужно заходить на какие-то сайты, искать, подбирать себе что-то. Если вот из тех вакансий, которые на сегодняшний день заявлены этими нанимателями, какая-то из профессий у человека есть, он может завтра прийти и сразу же получить работу. В службе занятости отмечают, вакансий в областном центре хватает, более 3500. Весь перечень есть на интернет-портале ведомства. Там же можно оставить и резюме.